Эти разбросанные бутылочки, крышечки, этикетки на самом деле настоящий завод по производству алкоголя. На радость любителей горячительных напитков коньяк здесь льется рекой и практически круглосуточно. По просьбе полицейских горе-производители наглядно демонстрируют чудесные превращения спиртосодержащих жидкостей в элитные сорта алкоголя. Оказывается, дело это нехитрое. Залил что покрепче, наклеил акцизную марку и хоть сразу на прилавок. За качество алкоголя производитель не ручается, зато берет количеством. Только на этой точке правоохранители обнаружили 50 тысяч акцизных марок и еще 250 тысяч этикеток на любой вкус и кошелек. В настоящее время спиртосодержащая жидкость, полиграфия акцизной марки отправлены на исследование. Также проводятся мероприятия с целью установления всей сети места сбыта данной фальсифицированной алкогольной продукции. Помимо нелегального цеха, в подвале, где разливали непраздничную жидкость, полицейские обнаружили и нелегальных жителей. Все четверо алкогольных магнатов оказались гражданами ближнего зарубежья. Теперь меньшее, что их ждет, депортация на родину. В худшем случае, после того, как левый алкоголь будет изучен экспертами, на них могут завести уголовное дело.